Трое суток зрителям и случайным гостям нашего канала. С вами Росси, и мы продолжаем играть игру в Мафия 2. Это третья глава. Посмотрим, что ждет дальше нашего Томми Анджело. Точнее, какой Томми Анджело? Вита Скалета. Я извиняюсь, просто перепутал с первой мафией, все смешалось в одну. Поехали. Снимите трубку. Мы оказались в туалете. Да елки-палки, блин. Дворец удовольствий, Джо, говорит Вита. Вита, почему ты не пришел вчера домой? Я с ума сходила. Мама? Я не знал, что ты знаешь номер Джо и откуда ты звонишь. Ты поговорил с мистером Папалардо насчет работы? Да, он сказал зайти сегодня. Надеюсь, он найдет мне что-нибудь. Хорошо, Вита. Удачи, бомбина мио. Ладно, пока, мама. Бомбина мио. Отправляйтесь в доки Соло Спорта к мистеру Папалардо. Переодеться. Может взять просто обычную нашу одежду, как и должно было быть. Без всяких модификаций. Послушивает. Здрасте. А что, по радио ничего хорошего? Эх, уборщица, уборщица. Так, сейчас возьмем наш... Если не выключишь свою грязь, я полицию вызову! Так, вызывай. Так, возьмите свою машину из гаража Джо. Это сюда? Едкий гараж. Козак. А чё у меня так? Блин, это, наверное, из-за модов у меня так куча машин. Блин, это неинтересно. Где... Где моя машина, которую я пригнал? Вот это, походу. Блин, надо было починить. Блин, блин, блин. Моя это, да? Да, это моя. Давайте ее починим. Припаркуем. Сейчас заново возьмем. Починим. Во, а то, блин, непонятно что. Я чисто пока ради принципа не буду брать те машины, которые у меня с модами установились. Не хочу как бы это. Они интересны, нечестно. Да ну елки-палки, блин, козел. Так, я извиняюсь за музыку. Я сделаю потише. Оп. Че ты мне блымаешь? Куда ты поворот? Блин, проехал. Хотя ладно, так тоже, наверное, можно доехать. Думаю, ничего страшного. Дадим немножко газку. Блин, красный свет. Вообще бы нужно было в идеале стоять, но красный-то там, а нам сейчас направо, поэтому ограничение скорости 40 км. Ну, я, в принципе, больше 40 и не еду обычно, так что, думаю, ничего страшного. Это зима, этот дрифт уже достал. Что машину немножко заносит. Так, 60. Давайте тут сейчас дадим немножко газу. 80. О, как прет наша. Наша ласточка. Ой, менты что ли? Или они внизу? А, не внизу, блин. Только зря скорость сбавлял. Организуем свой третий ряд. Из возможных двух таксист аккуратно. Блин, ну потому что, видите, о, вот, вот что делается, когда неожиданно перестраивается. Во-первых, из-за гололеда я не успел затормозить. И во-вторых, его немножко занесло.
Я бы, скорее всего, проскочил. Разбил себе машину. Еще сигналишь мне, урод. Вот и доки, я понимаю. Мы уже приехали почти. Только, блин, разбили тачку. В хлам. Это не солидно на такой машине заезжать. На будущую работу. Да ну что ж ты будешь делать? Что со мной происходит сегодня? Кошмар какой-то. Езжу как ракал. Хотя есть ракал в плане гонок, но... Да, как и показала в прошлое видео в плане стрельбы, но все же... Как-то же можно было бы поаккуратнее, что ли, блин. Так, ладно, поехали. Че тут, куда мне? Наверх, наверное, подниматься. Давайте поднимемся наверх. Тянет. Чё надо? Ну, я ищу мистера Папалардо. На? Зачем? Меня зовут Вито Скалетто. Мой отец работал на него, а я ищу работу, вот и пришел сюда. Ты по адресу, красавчик. Федерико Папалардо к твоим услугам. Зови меня Дерек. А я помню твоего отца. Хороший мужик, но пил как рыба. Как он поживает, кстати? Он умер. А, ну, когда-нибудь все там будем. А, Стив? Да, Дерек. Так тебе нужна работа, да? Ну, тебе повезло. Тут товар привезли, надо грузить. Стив тебе все покажет. Теперь марш, мой стейк остывает. Пошли. Закроем за собой дверь. Видели, как он, как Майкл Джексон на одном месте так давал, короче, фристайл свой. Работа кипит. Видишь ящики? Грузи в тот грузовик. Закончишь, получишь десятку. Потеряешь или сломаешь чего, получишь шиш. Начинай и не возись весь день. Десятку за все ящики? Обалдеть. А не дофига ли их, ребятки? И понятно, что бегать нельзя. Давайте сейчас один ящик поставим. Дверь открыта, если вам надоело, можете просто уйти. Легко. Мне надоело с первого ящика. Ну, ты все? Да, я все. И десятку себе оставь. Я искал работу, а не куда продаться в рабство. Как скажешь, тогда катись отсюда к черту, чтоб больше я твою рожу тут не видел. Не волнуйся. Я раз в 100 больше заработаю в Барбаро Инкорпорейтед. Стой, ты сказал Барбаро? Джо Барбаро? Да, и что? Черт, знакомцы Джонни будут таскать ящики за 10 баксов. Колись, что ты затеял? Пошли со мной. Блин, они могли вот этот момент, когда я иду за ним, просто в том же, как бы, в той же заставке интро, а они вот так вот, как вот он делает, просто на месте ходит. То есть обязательно этот момент ты должен пройти за ним. Как бы сам нельзя было просто объединить это все в одну большую заставку. Окей, сейчас поднимаюсь наверх, там или типа черный экран, и заставка продолжается. Теперь что? Парень ручной труд не любит. Какого хрена? Говорит, что знает Джо Барбара. Чушь. Кто захочет таскать ящики, если знает Джо? Попробуй-ка мне это объяснить, сынок. Выкладывай. Ну, мама просила меня поискать у вас честную работу, но мне... Нужны серьезные деньги, так что это не вариант. Чертовы бабы, все одинаковые. А, Стив? Да, Дерек. Не хочет, чтобы ты
отирался с Джо, верно? Моя была такая же. И глянь, что из меня вышло. Глава профсоюза. Весь грёбаный порт в кулаке держу. И как там Джо? По-моему, неплохо. Как вы познакомились? Ну, мы с детства дружим. Я только вернулся с фронта, и он меня поддерживает, пока я не встану на ноги. Слушай, ты пойми, человеку на моем месте нужна осторожность. Конечно. Значит, ты не против, если я позвоню Джо, а? Да пожалуйста. Куда я дел его номер? А, вот. Playboy. Может, его дома нет? Было бы обидно. Хай, Джо. Это Дерек. Слушай, у меня тут один тип. Как тебя звать-то? Вито. Вито. Ищет работу, говорит, что он твой приятель. Добрый друг. Я просто хотел проверить. Ну да. Ну да, герой войны и все такое. Ладно, спасибо. Позже поговорим. Извини, проверить-то надо. Джо говорит, ты только что из Италии. Наверняка себя в обиду не дашь. Если хочешь настоящих денег, у меня как раз есть дело. Ребята здесь в порту должны платить каждый месяц парикмахеру, но половина чихать на него хотела. Надо, чтобы их кто-то расшевелил. Десятку срыло. А если им не нужна стрижка? Ну, тогда тебе придется их переубедить. Понял. А если кто-то поднимет шум? Тогда выбей из них дурь. Скажем так, проучить можно, но чтобы они могли после этого работать, понял? Потому Стив этим и не занимается. А, Стив? Да, босс. Собери не меньше 250 баксов и получишь полтинник. Просто за прогулку, свежий морской воздух и общение с людьми. Легкие деньги, а? Что скажешь? Да уж, это получше, чем таскать ящики. Ну ладно, приступай. Ну, это похуже, чем угонять машины. За одну машину... Блин, дверь не так закрыл. За одну машину можно... Ой. Ребята, ребята, что происходит? Девушка 18, глава 3, враг государства. Ой, я извиняюсь. Конечно, классные журнальчики. Побольше бы таких понаходить. Никогда этим целенаправленно не занимался, но надо быть более внимательным, а не просто гонять. Я сейчас чисто случайно на него попал, пытался закрыть дверь. Так, ну что, ты не хочешь сходить к цирюльнику? Я собираю плату за услуги парикмахера. И что за игру ты тут затеял? Такую игру, когда ты деньги платишь и остаешься цел. Тебя что-то не устраивает? Меня ты не устраиваешь. Марш отсюда, пока перья не полетели. Ах ты, сучка. Сейчас ты меня не только за парикмахерку заплатишь. На, подавись. Вот так вот. Рад, что ты решил одуматься. Так лучше. Эй, приятель, Дерек собирает деньги за парикмахера. Ах да, наверное, я забыл про деньги. В следующий раз не затягивай, ага. Спасибо. Не затягивай, это придется тебя набить. Так, Дерек собирает деньги за парикмахера. Конечно, вот. Я не хочу проблем. Не откладывай на последний день. Давай, шкурь дальше свою лодку. Опа, нигер. Крутой нигер. Эй, приятель, Дерек собирает деньги за парикмахера. Слушай, кретин, я не в духе. Шел бы ты куда подальше, пока цел. Не выйдет. Дерек хочет денег. Дерек идет нахер. Что этот жиртрест мне сделает? Убьет? Эй, это ты сказал, не я. Ну так попробуй, ты уродец. Давай. Давай, черномазый, покажи, что ты умеешь. Чему научили тебя в том гетто? Давай. О, нормально так.
Оп. Опа. Давай. Не, ну он так тоже нормально бьет. А вот на это что ты скажешь? Давай, давай. Вы там рты позакрывали, то я вам сейчас тоже больно сделаю. Тоже, конечно, добивание одно и то же. Так, у кого еще есть гребаные претензии насчет гребаной стрижки? Как я понимаю, все. Все деньги отдали, можно идти обратно. Нет, этот уже был. Был? Ну ладно. Поверю тебе, Вито Скалетто. Вито. Чао, бомбино. Так, трубки для продажи здесь. О, смотри-ка, кто-то ящики перегрузил магическим образом. Обратили внимание? Первый раз это вижу. Что-то раньше на это внимание не обращал. Хе-хе, тут прикольно, двери закрываются, конечно. Вот денежки, босс. Молодец. Вот твоя доля. Я видел, как ты Билла обработал. Ты хорош. Стив пробовал, но ему чуть задницу не надрали. А, Стив? Да, Дерек. Вот тебе сверху за Билла. Спасибо. Он меня уже так достал. А теперь вали, парень. Мне пора за работу. И передавай от меня привет матери. Скажи ей, что я взял тебя в помощник. Да, обязательно. До встречи. Вита, чуть не забыл. Звонил Джо. Сказал, что ждет тебя у Фредди. Езжайте к бару у Фредди в маленькой Италии. Поехали. Где моя побитая тачка? Так, заработали $100 за то, что отмудохали двух козлов и сбили деньги со всех рабочих, которые не хотели стричься. Теперь едем к Фредди. Я как-то читал в заставке, ну, перед загрузкой к миссиям. Фредди это, там вроде кто-то из мафиози, короче, там держится в бар. Честно, не помню кто. Что-то прочитал, но особо не запоминал. Мы сейчас все равно все по миссии узнаем. Надо потом еще посмотреть. Что-то не помню, как стоит это отключение скорости на машине. Потому что летать так по городу, конечно, это хорошо, это весело, но... Но вот, к примеру, вот так. Была большая скорость, я бы, может быть... Точнее, небольшая. Я бы, может быть, успел бы затормозить или еще чего-нибудь. Так, конечно, на такой скорости еще. При такой погоде трудно управлять немножко машиной. Пусти. Вот так вот. Разъехались все по сторонам. Немножко его братанул. Ну, мы почти уже доехали, в принципе. Это, наверное, опять же маленькая Италия. Район. Текс, вот сюда. Как я понимаю. Да, Фредди Бар. Открыть дверь. Работяги сидят.
причем прям в перчатках, а рядом дама. И если я не ошибаюсь, это не та, которая была у Джо. Или они просто все на одно лицо? Нет, ну это, кстати, это мужик или баба? Баба. А вот точно, вот эта баба и вот эта баба, они точно на лицо. И одеты практически одинаково. Так, ладно. Ладно. Рад тебя видеть. Посмотреть меню. Хочешь? Пиво Старый Эмпайр. Пинта пива. 0,45. Виски. Бренди, пиво Штольц, мастер, вино, кофе. Давайте, кофеечку. Ладно, сейчас будет кофе. Вот так. После того, как мы поработали. Так, нам, пожалуй, на второй этаж. Нас там ждут. Ой, интересно сейчас. А в бильярдик здесь можно играть? Нет, вроде нельзя. Да. Типа, гонять шары нельзя. Типа, гоняй у себя в кармане. В карман на бильярд играй. Ну ладно. Эй, где ты вообще был? Я приехал сразу, как ты позвонил. Что происходит? Помнишь серьезных ребят, которых мы пацанами видели? Да, что? У нас стрелка с одним из них. Его зовут Генри Томасино. И, по-моему, дело будет серьезное. Чего, правда? Ну да. Хватит заниматься всякой ерундой. Пора провернуть настоящее с короля. Вот он идет. Смотри, чего не ляпни. Эй, Генри, как дела? Хай, Джо. Это он? Да, это Вита, мой старый друг. Рад познакомиться. Ручаешься? Как за себя самого. Доверяю полностью. Ну тогда слушай, у меня для вас есть одно дело. За хорошие деньги. Мне нужны талоны на бензин. Их сейчас выдают мало, и они в цене. Где их возьмем? В управлении по регулированию цен. Это же федеральное агентство. Не слишком рискованно? Что? Слишком круто? Нет. Просто думаю, как нам это провернуть. Ну, это несложно. Ночью талоны хранят в сейфе, но а ключи наверняка где-то неподалеку. У тебя там кто-то есть? Да, у одного из моих. Там сестра. Она нам поможет? Спроси ее сам. Ее зовут Мария Аньела. Вот вам адрес, скажи от меня. А с сейфом что делать, если ключей не будет? Ваша проблема. Сколько платишь? За талоны на 10 тысяч галлонов плачу 600 баксов. Ладно, мы в деле. Нет, Вита пойдет один. На Джо у меня другие планы. Ну, что скажешь, Вита? Конечно. Да, и пушку не забудь прихватить. Никогда не знаешь, как обернется. Лучше перебдеть. А копишь? Стоп. Это вам не винный магазин грабануть. Мне нужна чистая работа. Пришьешь кого, получишь треть. Копишь? Да, я понял. Нет проблем. Ладно, когда закончишь, приходи сюда за расчетом. Ладно, пока. Удачи, Вита. Копишь? Не копишь. Езжайте в квартире Марии Аньелло в маленькой Италии. То есть мы сейчас не в маленькой Италии. Мы, наверное, в центре. Пока, приятель, пока. Опять моя машина какая-то порепанная в каком-то говне. Это, наверное, снег. Налет, снег. Фиг его знает. Так, далеко ли нам ехать? Ну, в принципе, недалеко. Вот так вот, менты, учитесь, как надо заходить в поворот. Легко, изящно. Ой, опять что-то я вообще не обращаю внимания ни на камеру, ни как-то. Вообще как-то паршиво играю. Жалко, кстати, что нельзя сбить вот этот монетник для парковки и собрать с него мелочь. Как бы я считаю, это тоже как вот. Я начинаю еще в мафиози, это уже такой один из вариантов заработка. Просто разбить, собрать монеты и потом пойти выпить чашечку кофе, купить себе новую фетовую шляпу. Ну что-нибудь типа такого. Так, ну мы в принципе подъехали. Нам, пожалуй, наверное. Ага, вот сюда. Посмотрите на табличке с дверьми и вы знаете, где живет Мария. Мария Анджела. Вот здесь. Да, в чем дело? Здравствуйте, мэм. Я от Генри Томасино. Он сказал, что вы можете помочь мне с одной проблемкой в управлении по ценам. Да, я слышала. Что тебе от меня нужно? Мне надо туда попасть. Ладно, знаешь что?
Моя сестра сейчас в больнице. Если подвезешь меня туда, я расскажу тебе все, что надо знать. Это напротив управления, так что тебе практически по пути. Да, без проблем. Без проблем. Поехали. Закрыла дверь, проверила. Поехали, красивая, кататься. На кабриолете практически. Давай. Ладно, поехали. А я вышел. И аккуратно за рулем, ладно? Знаю я, как ходит нынешняя молодежь. Ладно, малыш, ага, вот. Тут на ночь это запирают L. основательно, так что лучше иди с черного хода. Поставил ограничитель. А там что, открыто по ночам? Нет, зато подвальное окно всегда открыто. Влезешь через него. Тебе нужен сейф, да? Как вы догадались? Случайно. Он на верхнем этаже, там же кабинет директора. В кабинете ключи. Ладно. Я залезаю в окно с черного хода и иду наверх в кабинет директора, так? Верно. И будь осторожен, по ночам там охрана. Не попадись им. Ну все понятно, спасибо. Спасибо, тетя. Слушай, мамаша, давай ты не будешь меня учить, как вы ездите. Гангстер! Правда, как потом этот тарахтайки уезжать, если не нужно будет уезжать. Не помню уже. Ну, я надеюсь, она выдержит, хотя она уже порепанная, побитая. В каком-то дерьме. В белом, в налете или в снегу. Это, наверное, снег. А просто из-за моих опупительно больших настроек это просто показывает какой-то белый налет. Мне кажется, она просто в снегу. Менты, менты, менты. Добрый вечер. Добрый. Вам того же. Ладно, высади меня вот тут, у больницы. Пожалуйста. Тебе прямо через дорогу. Спасибо, что подвез, малыш. Спасибо, Мария. До встречи. Так, мы через дорогу. Поехали через дорогу. Че ж ты? Мы ж мафиози, наше дело мало. Точнее, мы не мафиози, мы гангстеры. Так. Я вот так припаркую тачку, пошел вон. Хотя, чем мне именно сюда тачку? Мне же на заднему входу надо, входу. Вот так вот. Я думаю, она не вызовет подозрения, это дымящаяся машина. Побежали. Ворота такие надежные. Шатаются так труба, их походу толкни, нормально они упадут. Нажмите C, чтобы пригнуться и двигаться скрытно. Я самоскрытность, я ниндзя. Блин, а чё мне нельзя сразу по ящикам и на второй этаж? А, там, наверное, окна закрыты. Просто вот гениально, все здание закрыто и оставить окно, причем что есть решетка и решетка открыта. Це кошмар. Просто кошмар. Так, не попадайтесь охране на глаза. Тюм-тюм-тюм-тюм. Это план. Добудьте ключи. Ага, после дождичка в четверг. Помолчи-ка, я кроссворд решаю. Чтобы бесшумно вырубить охранника, нажмите левую кнопку мыши, прихнувшись у него за спиной. С катертью дорожки. Это, наверное, здесь, мне кажется. Да нет, что-то. Я так вообще без палева пробираюсь, если честно.
прям почти у них перед носом. Оп, охранник. Оп, прошел. Ну что, возвращается, что ли? Блин, не вижу. Куда он смотрит? Ага, зашел в туалет пописюнькать. Пописюрка. Ты купил телевизор? Мужик, он же как тачка стоит. Откуда столько денег? Ну, дядя Мэри умер пару месяцев назад и оставил чуток денег. И ты купил себе на них так, телевизор. Вот кабинет директора. Здесь должен быть ключ. Ага, вот ключ. Теперь нужно открыть сейф. Ага, теперь нужно открыть сейф. А, вот он здесь. Хорошо, что мне научили вскрывать машины. Обалдеть, я, наверное, все здание услышал, здание соседнее. Парень, а там красная лампочка, она должна мигать? А, понятно. Все ясно. Ох ты! Охереть! Вот это было неожиданно. Я вам так скажу. Сразу без предупреждения открыли по мне огонь. Полиция Empire Bay. Вы огонь. Уже и полиция. Сдавайтесь немедленно, или мы откроем огонь. Блин. Хреново, ребята. Очень хреново. Учитывая, что из меня... стрелок никакущий. Где там это? Ух ты! Не, ну, никакущий, никакущий. Я трех пацанов уложил даже глазом. А вот этот как подкрался. Обалдеть, я чуть не умер, ребята, чуть не умер. Вот это, конечно, поворот, так поворот, блин. А, мне надо выходить так же, наверное, через первый этаж, как я и зашел. Или как, я не могу понять. Да. Чуть не вышел через главную дверь. На всякий случай достану пестик свой. Мало ли вдруг чего. Не, все, пестик можно прятать, походу. Да, возвращайтесь в бар. Все нормально. Типа я не я, и хата не моя, и все дела. Кстати, там братишка, он сидел. Ехали отсюда. Меня чуть не пришибили.
Очень интересно, он стоит на светофоре, а там куча машин с мигалками, с сиренами, со всей фигней, с включенными люстрами. Пустые причем машины, а он там в 10 метрах от них стоит просто на светофоре. Как бы ждет. Нет, чтобы подъехать, помочь или узнать, что случилось. Что этот парень делает на пикапе? Что он делает? А я еще считаю, что я плохой водитель. Вот, на ровном месте. На ровном месте не смог. А кто это сделал вообще? Кто-то наехал. Помылся. Отмыть следы крови. Так, у нас есть время. Хочешь выпить? Да, я хочу, я уже знаю, что я буду пить. Я буду пить кофе. Это все? Да, это все. Спасибо. Так ни в чем не бывало, только что убил где-то человек 10 и пришел выпить чашечку кофе. Имею право. Ну, и как успехи? Ну, все пошло не по плану. Я ничего не мог поделать. Мы договорились, да? Если будет пальба, ты получишь только треть. Хорошо. О, черт. Что не так? Еще как, мать твою, все не так. Ты припер талончики со сроком действия. Он истекает завтра. Ну и что это вообще значит? Значит, они нахрен никому не нужны будут. Хотя, постой. Если развести их по заправкам до полуночи, их можно проштамповать и погасить. Развести их по всем заправкам в городе. Тебе надо успеть до полуночи, или мы в заднице. Не продашь вовремя, не получишь ничего. Постой, мы так не договаривались. Ты ничего не сказал о сроке действия. Ну, дерьмо случается, да. Слушай, если ты это провернешь, я тебя не забуду. Так что бегом. Чем быстрее их свалишь, тем больше получишь. Даже не дал мне сигаретку перекурить. Сволочуга такая. Продать это на заправках до полуночи. А их много. Так, давайте, я не знаю. Сейчас, может, посмотреть, куда лучше ехать. Ну, наверное, сначала вот эту. Потом вот эту. Вот. Или сразу с этой начать. Давайте начнем с самой ближайшей. Вот с этой. Вот так поедем. Нет. Вот так. Вот так, вот так, вот и по кругу. Ладно, сначала, короче, в любом случае надо забрать самую ближайшую. И надо гнать по полной. Ну, гнать я умею. Главное не врезаться. И опять же, проблема в том, что грёбаный снег, у меня подбитая машина уже. Вот первая заправка уже, в принципе, недалеко, скажем так. Слушай. У меня есть лишние талоны на бензин. Хочешь, они твои. Дешево. Да, отлично. Годится. Хорошо, держи. И никому не болтай об этом, усек? Ясное дело, приятель. Строго между нами. Хорошо. Так, дальше. Дальше у нас по плану вот это. Смотри, и у меня. Погнали дальше. Блин, время что-то маловато как-то. Я бы заехал, конечно, починил бы свою ласточку, но нету времени, ребята, нету времени. Угла? Нет, знаете, давать угла — это явно не мое в этой игре. Поэтому больше так делать не буду, потому что я реально никуда не доеду. Давай, давай, раскручивай этот двигатель, раскручивай. То, что будешь делать. И тебе я посигналю. Где же там она? Вот она. Эй, у меня тут пара лишних талончиков. Надо? Ну да, конечно, надо. Хорошо, держи. Деньги. Пока он там базарит. Вперед. Да, конечно. Держи бабло. Спасибо, друг. И ты меня не видел. Ну, а что она не построила мне, как ехать? Ага, все. С
первого раза что-то не хотела. Да иди ты в баню, куда ты объезжаешь? Что вы за тупые такие идиоты? Ну, выехали немножко навстречу. Но это же значит, что нужно тупо меня таранить. Тем более у меня уважительная причина. Я украл талон и убил 10 человек. И теперь я не смогу за них получить деньги. Поэтому я спешу. Я считаю, это даже больше, чем уважительно. Будет на своих такси. Получаешь там несчастных своих 20 баксов, наверное, в неделю. Я тут реальные дела проворачиваю. Оп-оп-оп, тихо-тихо. Еще дороги какие-то узкие пораставляли свои машины на обочине, что честным людям не пройти, не проехать. Так, заправка, вот она. Блин, еще надо прямо на нее заезжать. Эй, у меня тут пара так, да, у меня тут пара лишних талонов, она получается сюда. Лишних талончиков надо? Ну да, конечно, надо. Хорошо, держи. Деньги вперед. Да, конечно. Держи бабло. Спасибо, друг. И ты меня не видел. Знаете, такое ощущение, что всех этих ребят брали на работу с одним условием, что у них будет одинаковый голос. Ну, то есть, уже это какая была третья заправка, а голос такой же, как и у всех тех, кто был на предыдущих двух. То есть, мы берем тебя на заправку, потому что голос у тебя такой, как надо. Я думаю, это, наверное, был самый главный критерий. Так, остался еще 3 заправки. В принципе, 4, как я понял, на этой части карты. И еще там большой выбор на той стороне карты. Там будет с чего выбрать. Если машина наша, конечно, доживет до этого момента. Когда нам нужно будет ехать во вторую часть карты. Доживет. Куда она денется. Эй, хочешь купить? Конечно, хочет. Купить несколько талончиков? Конечно. Но это строго между нами, хорошо? Не вопрос. Сам только не болтай. Конечно. Меня устраивает. 35 баксов. Это получается, мы продадим 6 штук. Это у нас выйдет 200. Блин, заговорился. 200 баксов у нас выйдет. Если мы будем продать их по 35. А изначально он хотел дать нам где-то 600. Если бы мы без выстрелов было. С выстрелами 1/3. Это получается 200. 200. Ну то на то и выходит. Только какая ему от этого выгода, интересно. Если он с этого ничего не получает. Или он нам денег просто не даст. Хотя, с другой стороны, я бы не давал. Я бы, точнее, не злил бы парня с пушкой, пообещав ему деньги, а потом деньги ему не отдав. Учитывая, что перед этим он будет хладнокровно 10 человек, точнее, залез в окно в туалет, вышел в туалет, замочил 10 человек, потом залез обратно в туалет, вылез через окно и уехал. То есть это вообще парень как бы без тормозов, поэтому я бы лучше с ним связывался, конечно. И если я пообещал ему отдать деньги, то лучше бы, конечно, он их отдал. Но наш Вита простачок, в том плане, что он добрый. Хоть и навалит всех направо и налево, начинает говорить, но все-таки все равно он добрый. Вот и заправка. А вот и заправочка. Раз. Эй. Эй. Эй, парень. Эй, сюда поедем. Хочешь купить несколько талончиков? Конечно. Но это строго между нами, хорошо? Не вопрос. Сам только не болтай. Конечно. Меня устраивает. Так, осталось последнее. У нас еще почти... Даже не почти, а чуть больше половины времени. Так что... Можем ехать в развалочку, но... Давайте побыстрее пройдем. Этот эпизод в нашей жизни. Скажем так. Оп. Оп. Парам.
не мог я просто не склоуничать в этот момент. Нужно было. Надо сейчас через мост. На мосту сейчас сможем дать жару. Главное, легко не врезаться. И вообще ночь. Почему так много людей? Уже 12 часов ночи. Ну, скажем, половина даже, да. И так, такое большое движение. Все должны уже дома спать. Обнять как бы жену, взять ее за титьку как бы. Все. Ездят тут они все. Посмотрите на них, разъездились. Так, подождите, куда-то мы так мчимся. Через туннель, что ли, еще? Ну, поверим этому. Аккуратней, парень. А, да, мы через туннель поедем. Туннель это даже еще лучше, чем мост. Просто какой-то хайвей или туннель. Надо сейчас притормаживать. Так, мы почти у цели. Вот он. Эй, не интересуют лишние талончики? Конечно. Где ты их взял? Хотя, пожалуй, мне этого лучше не знать. Умница. А теперь гони наличность. Да, отлично. Надеюсь, я из-за тебя не вляпаюсь? Не переживай. Не вляпаешься. Давай, просто не болтай лишнего. Ну все, это последнее. По крайней мере, заработал. Поеду обратно к Джо. А, все. Ну и чё, куда мне дальше ехать? На этом все. Ага. Чтобы завершить задание, пройдите к Джо. Это мы можем, это легко. Так, давайте, может, где-то по пути заедем в ремонтную мастерскую. Хотя мы сможем уже и в гараже починить, главное доехать. Я думаю, доехать это уже будет не проблема, нам поспешить никуда не надо. Ну, это, наверное, что-то наверняка. Включим ограничения. Хотя бы по городу. Все-таки я за безопасность. Ну, на мосту можно притопить. Ну, я все равно за безопасность, но... Господа полицейские. Перед ними лучше не выпендриваться. Опять они. Здрасте. Я, правда, не помню, штрафует ли тут полиция за скорость в первой мафии, но давайте, типа, будем делать вид, что хотя бы нам страшно, что полиция будет проявлять какое-то уважение, потому что все-таки представители закона, и как в первой мафии говорилось, что они получают за это деньги, но это не значит, что можно валить их направо и налево. Вон, как видели, как таксиста носит. Вот из-за таких уродов я себе машину и побил. Ехал бы он прямо как я, четко, ровно. Меня никуда не носит, никуда не это. 80, ребята, 80. Давай, 90, давай. Почти соточка. Оп. Можно было бы, конечно, не тормозить, но... Вот урод. Ну, урод, урод. Ничего не скажу. Видишь, что едет красивый Бентли. О, починочка. Давайте все-таки, наверное, заедем. Хотя мы уже недалеко, что-то я буду тратить деньги. Хотя я их и так потрачу. Ну ладно. Уже доедем. Пошел вон. Да что ж ты делаешь? Вот гад. Ну, в отличие от первой мафии и, как я понял, от третьей мафии, здесь, если машина двигатель задымится, его можно починить. Ну, как бы реанимировать, чтобы поехать дальше. Так что, в любом случае, у нас еще где-то есть лимит на одну большую или пару мелких аварий. До того, как наш двигатель из него положит черный дым. Мы уже приехали. О, получилось. Предупреждаю вас, ребята, чтобы... Нет, надо же машину в гараж поставить. И парковать в гараже. Вот мы и дома.
осталось подняться на третий этаж, или какой, я не помню. А, или на второй. Да. Давайте выключим свет, надо экономить. Джо Барбара, да, мы дома, мы дома, мы дома, мы дома. Такс. Тут журнальчик нигде не валяется у него случайно. Липчик, шмюпчик. Можно радио включить. Что, журнала нигде нема. Может, это где-то завалялся, ребят. Тут туалет. Ух ты, вода брызжет. Спустить воду. Открыть кран. Вот так вот. Пусть плачет вода. Открыть кран душа. Мы тут везде все повключаем. Такс. Взять еду или напитки. А, и тут можно открыть кран. Почему мы не можем дома? А, ладно, выпьем тогда колу. Как будто банку кетчупа Балтимор бабахнул. Лечь спать. Сохранение. Глава 4. Закон Мёрфи. Или Мёрфи. Мёрфи, скорее всего. Маленькая Италия, 15 февраля 1945 года. Ну... Это будет в следующем видео. А на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Также смотрите другие наши видео по другим играм, такие как SWAT, Rome Total War, Imperial Glory, ну и так далее. Еще раз спасибо. Всем пока. До новых встреч.